В эфире программа «Свет души». С вами Людмила Митакович. Время покаяния. Так назвали свои встречи со слушателями организаторы этих духовных программ. Песнопения Великого Поста будут звучать в академических концертных залах и под сводами храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» с 31 марта по 3 апреля. У нас в студии некоторые участники выступлений. Разговор начинает Ольга Янум, художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы Беларуси имени Григория Романовича Ширмы. Я не главный организатор, тут их несколько. Во-первых, я бы не сказала, что это концерт. Время поста, слово «концерты», наверное, не самое уместное, а мы будем говорить о умилительных слушаниях духовного пения во время поста. Этому дано благословение высокопресвященнейшего Вениамина, митрополита Минского, Изяславского патриарха экзарха всея Беларуси, при участии Белорусской государственной филармонии, Совета по культуре Минской епархии и Синодального отдела по церковному искусству, конечно, нашего Большого собора иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Уже третий год мы организуем подобное. До нас замечательно проводил этот фестиваль Свято-Елизаветинский монастырь. Слушатели привыкли, что каждый год вот проходят такие великопостные выступления, и поэтому мы, в общем, эту традицию подхватили ее, что ли. Тем более, что у нас сейчас новый, совершенно потрясающий Большой собор. Хочется привлечь многих, кто не был, никогда не видел. У нас полностью сейчас весь иконостас поставлен, невероятно красивый. Это акустика лучше становится. Вот. Это будет 4 таких выступления, начиная с 31 марта по 3 апреля. Помимо выступления в соборе, добавляется выступление в Большом зале Белгосфилармонии, также в концертном зале Верхний город. Филармония – это платные концерты, да. А вот ваш храм всех скорбящих радость, люди могут прийти? Абсолютно бесплатно и услышать те же коллективы, профессиональные и церковные, детские церковные хоры, также хоры ведущих учебных заведений города Минска. Причем эти концерты будут когда? 1 и 2 апреля у нас в соборе. Начало в час. Ага, значит, после службы. Да. В исполнении капеллы под управлением Ольги Яном звучит песнопение Юрия Фалика «Господи, возвах к Тебе». Oh,
у нас тут есть участники, которые могут рассказать про свои хоры. Да. Может быть, вы расскажете о тех хорах, которые вы привлекли? У нас будет участвовать два профессиональных коллектива. Это Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь имени Григория Ширмы. Это ваш коллектив. Да. А также заслуженный коллектив Республики Беларусь, Государственный камерный хор, художественный руководитель, заслуженная артистка Республики Беларусь Наталья Михайлова. Будет замечательный хор, лауреат многих международных конкурсов, народная хоровая капелла «Раница», художественный руководитель Виктор Масленников. Два хора ведущих учебных заведений средних города Минска. Это концертный хор Минского музыкального колледжа имени Глинки, художественный руководитель Алексей Снитко, и хор мальчиков и юношей имени Журавленко гимназии колледжа при Академии музыки, художественный руководитель Семен Климанов. Вот он у нас есть в студии, и он подробнее расскажет о своем коллективе. В Минске сейчас появились замечательные совершенно детские, юношеские церковные коллективы при воскресных школах, при соборах, при монастыре. Поэтому в этом году у нас будет аж три таких коллектива. Все очень самобытные. Детско-юношеский хор нашего прихода Людмила Литошек руководит. Это детско-юношеский хор Всехсвятского собора руководит Инна Олехник. И детский хор Свято-Елизаветинского монастыря Мария Бахвалова руководит. Она сегодня тоже здесь присутствует. Один из тоже основных участников — наш ведущий церковный коллектив города Минска, архиерейский хор Минского Свято-Духого собора, руководит Виталий Соболевский. Ну и, конечно, мы тоже участвуем, наш церковный хор собора иконы Божией Матери всех скорбящих радость, я регент. Слушаем песнопение Великого Поста «Не рыдай меня, мати» в исполнении архиерейского хора Минского кафедрального Свято-Духого собора, регент Виталий Соболевский. Thank you.
Даже потому, что вы перечислили, какое количество хоров, создается такая огромная хоровая картина, даже в нашем городе. А вот себе представить даже те хоры, которые за пределами. То есть я хочу сказать о том, что у нас все-таки в Беларуси развивается такая замечательная хоровая школа. Это очень радостные великопостные концерты, как бы узконаправленный репертуар, он все равно отражает вот эту широту нашего хорового движения. Ваши учителя, они в этом сыграли огромную роль. Вот этот репертуар духовный, он входил в руки, входил в сердце. Конечно, конечно. С училища музыкального мы приобщались к этому. Я очень благодарна своим учителям. И потом, конечно, в Академии музыки. Это Виктор Владимирович Ровда. У нас всегда была духовная музыка. И он, наверное, вот это вот фестивальное движение как никто поддерживал. То есть это всегда были праздники, хоровые песни. И я думаю, что все, что сейчас происходит в Минске, происходит большое количество хоровых фестивалей под эгидой и ассоциации хоровых дирижеров, Минскгорисполкома. Мне кажется, что это очень здорово. Это такое единение совместно, когда много хоров поют. Это очень здорово. В исполнении Государственного камерного хора Республики Беларусь произведение современного белорусского композитора Олега Ходоска «Богородица, Дева, радуйся». Движение хоровое есть. Да, и слава богу. Надо было какое-то время, чтобы оно созрело. Вот Виктор Владимирович бы очень порадовался, что его ученицы, ученики развивают это дело. Да, вот, кстати, вот Семен Михайлович Климанов, он здесь присутствует, он ученик непосредственно Виктора Владимировича. Вот он может подробнее рассказать. Я, как и представитель Белорусской государственной академии музыки, хормейстер, который работает с детским хором мальчиков в гимназии и колледже при Белорусской государственной академии музыки, могу сказать, что многое в действительности из того, что сейчас мы имеем в нашей концертной хоровой жизни, это заслуга, и это те творческие насаждения, традиции, которые были заложены стараниями Виктора Владимировича Ровда и плеяды его выпускников, потому что хоровое творчество – это творчество коллективное, и один в поле никогда не будет успешным воином. Я, безусловно, вот сейчас, выслушав о том иконостасе, не побоюсь этого слова, хоровых коллективов и участников наших великопостных встреч, горд и рад оказаться среди этих хоровых коллективов, потому что хор мальчиков и юношей имени Игоря Андреевича Журавленко, который, волею судеб, я возглавляю, недавно вернувшись из Великопостного фестиваля из города Москвы, где мы имели честь выступать в малом зале Московской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова, это исторический зал, можем сейчас говорить о том, что нам будет с чем сравнить. Уверен, что наш фестиваль будет не менее запоминающимся. Безусловно, вот эти серии встреч
встреч в это великопостное время дают всем слушателям ту надежду, ту опору, те духовные силы, чтобы пережить это время, углубившись в понимание духовной жизни, ощущение Бога, пройти этот великопостный период с высоким достоинством, с христианской любовью. Мы будем стараться нашими концертами создать такие благотворные условия для всех верующих, которые в эти дни Великого Поста будут искать вот встречи с высоким искусством, с богослужебным пением. Васлав и Шамотул, аллилуйя, славьте Пана! Аллилуйя, славьте все высшесть Пана! Мальчики, они маленькие еще. Насколько они сознают вот глубину того, что поют? Это духовная музыка. Вот как вам удается воспитывать их и добиваться вот такого результата? Духовный, хоровой, певческий репертуар в творчестве коллективов – это неотъемлемая сторона деятельности. И показатель глубины всякого хора – это, конечно же, умение преподнести в своем пении вот эти вечные образы евангельского сюжета. В этом смысле наиболее сложным являются образы страстей Христовых, образы Великого Поста и, конечно же, обретение какой-то гармонии с окружающим миром. И в этом смысле это, наверное, для меня счастье работать именно с этим хором, а у нас поют дети с 10-летнего до 18-летнего возраста, и это мальчики исключительно. Несмотря на вот все кажущиеся сложности в работе с этими поющими детьми, счастлив я потому, что все практически, они очень мотивированы на глубокое постижение премудрости хоровой музыки, премудрости хоровой профессии, поскольку все они профессионально занимаются хоровым пением, а не просто для общего развития, скажем так. И в этом смысле им предстоит быть хормейстерами и нашей завтрашней сменой. Может быть, поэтому такие сложные образы, которые поднимаем мы сейчас в репертуаре великопостной музыки, глубоко пропущенные через, конечно, сначала, может быть, в каких-то моих словесах в процессе работы, в итоге становятся их образами. И действительно, я счастлив тому, что даже вот на протяжении недавних наших гастролей в Москве я вижу просто, как эти образы преображают молодое поющее поколение. Если преображаются они, то я уверен, преобразятся и все те, кто захотят соприкоснуться с нашим творчеством, с творчеством наших коллег. В исполнении хора мальчиков произведение Ирины Денисовой на слова иеромонаха Василия Рослякова «Пресвятая Богородица».
Еще один участник великопостных концертов – детский хор Свято-Лисоветинского монастыря и его регент Мария Бахвалова. Я недавно была в Свято-Лисоветинском монастыре. Вы там репетировали. Как гармонично звучали в храме их голоса. То вам тоже, наверное, непросто выбрать такой букет красоты вокальной и, тем не менее, привлечь их к храму? Это очень сложный вопрос, очень серьезный вопрос, над которым всегда думаешь, который бесконечно в молитвах. Ведь у нас дети не музыканты. В большинстве это дети прихожан, иногда других приходов. Дети пришли в храм, либо их привели родители для того, чтобы научиться служить Богу. То есть у нас, прежде всего, богослужебный хор. Совершенно немного концертов. В основном мы поем службы. А как часто вы их поете? Это мое такое пожелание – петь литургию раз в месяц, но иногда приходится чаще. Как правило, последний год все такие самые значительные службы в монастыре мы поем вместе с сестринским хором. То есть два хора совместно – детский хор и монашеский хор. Я видела объявление, что вы набираете постоянно, ищете ребят, да? Пишем объявление, да, потому что часто люди приходят в монастырь. Мы, конечно же, хотим, чтобы к нам приходило как можно больше деток, чтобы с ними работать, потому что помимо того, что дети учатся молиться, они, конечно же, учатся еще и петь. Изначально нужно научить детей просто петь. И потом уже начинать петь богослужебную музыку, потому что она достаточно сложная. Как в понимании сложная, и в музыкальном отношении. И для современных детей петь службу, участвовать в богослужении — это на самом деле подвиг и огромная работа. Для меня они просто очень-очень большие молодцы, потому что они стараются, они терпят где-то, учатся понимать, потому что, конечно же, опыта духовного, не молитвенного у них еще как-то такового нет. Они только его постигают. Принимают, может быть, от окружающих, от родителей прежде всего, от своих педагогов. И шаг за шагом, как нам все-таки верится и хочется их видеть, они приходят в храм. Учатся быть все-таки верующими людьми. Это замечательный путь в церковь. Когда вот бывает, просто родители приводят детей, они там шалят, какое-то время там бывает, потом вообще уходят. Я думаю, что вот дети, которые через сердце пронесли вот это пение, службу, поняли ее, вот они в храме останутся, и не только останутся, они будут и милосердными людьми в жизни, и они будут около храма держаться. Ведь около храма очень много есть людей, которые ему помогают разным образом, особенно в вашем монастыре, где столько деятельности всякой есть для человека. Пение в храме – это служение. Если они сейчас с раннего возраста научатся это делать, захотят это делать в будущем, дай Бог, и пронесут это до конца своей жизни, то это, конечно же, многого стоит. Тогда, ну, можно будет сказать, что что-то мы все-таки сделали. Итак, цикл великопостных музыкальных встреч «Время покаяния» пройдет с 31 марта по 3 апреля в зале Белорусской государственной филармонии, концертном зале «Верхний город» и в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Субтитры сделал DimaTorzok.
жизнь.